В Самаре наконец-то установились теплые деньки. И чтобы помочь весенней траве пробиться к солнышку, на первых городских субботниках необходимо разворошить снег, чем сегодня с удовольствием и занимались студенты Самары. Ирина Сидорова – координатор группы. За ее плечами уже не одна городская уборка. Ирина уверена, что ее личный пример вдохновит сокурсников. Но вообще чистоту, да, я считаю, что нужно поддерживать, начинать нужно с себя. Каждый порыв к чистоте, и прежде всего убираться дома, потом убираться на улице, в собственном городе, и от этого жизнь счастливее станет. Чтобы внести в скучный процесс интригу, организаторы разделили ребят на команды. Те, кто соберут наибольшее количество мешков с мусором, получат подарки. В этом году у каждого молодежного субботника будет своя тема. Часть будет посвящена победе в Великой Отечественной войне, часть – году экологии. 12 апреля в парке Гагарина главная тема – покорение космоса. А благоустройство Крымской площади проходило под девизом «Россия и Крым вместе навсегда». Объединившись этой замечательной тематикой, прекрасно, на мой взгляд, убрались на территории Крымской площади. По опыту прошлых лет видно, что ребятам интересно принимать участие не просто в действии, но еще и в таком развлекательно-познавательном характере они проявляют себя наиболее активно. Благоустройство проводят по программе «Молодежь Самары». Ее основная цель – создание условий для социального становления молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах всего общества. Она помогает студентам воплощать свои социально значимые проекты, а также способствует развитию молодежной политики. Идея акции заключается в том, что молодежь убирает те площадки, где потом будет летом отдыхать, гулять, наслаждаться прекрасными самарскими видами, прекрасным самарским летом. На самом деле очень здорово, что молодежь откликается на такие призывы, приходит, ну а наши задача как организаторов – обеспечить им все условия для того, чтобы они могли свою активность пустить в мирное, в созидательное русло. Столь полезная акция на Крымской площади стала первой в большой череде экологических праздников с участием молодежи. Активисты движения «Чистый город» поработают в каждом районе Самары. До 21 апреля планируют организовать 15 субботников. После уборки студенты еще долго не хотят расходиться. Ну, вы сами видите, мои дети все танцуют, это все мои, пляшут, поют. Настроение, в общем, очень веселое, задорное. Я думаю, они передадут остальным. У меня еще третий курс, они тоже вот пришли у меня. Пришли добровольно, сами. «Поработал, отдохни» — под таким девизом проходит яркий городской проект. Самые активные участники месячника по благоустройству получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии и концерт звездного коллектива на площади Куйбышева 22 апреля. А также купоны на скидки в супермаркетах. Кроме того, в качестве поощрения предусмотрена выдача цветочной рассады и саженцев деревьев для тех, кто наиболее эффективно сумеет навести порядок в своих дворах. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.